В ближайшие дни по направлению Якутск-Нижний Бестях вместе с паромной переправой начнут работать и маломерные суда. В настоящий момент есть проблемы с прохождением льда на правом берегу Лены в районе Нижнего Бестяха. Там наблюдается редкий ледоход. Как только река освободится, Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики выдаст разрешение на перевозку пассажиров владельцам катеров и моторных лодок. А тем временем единственным способом переправиться на другой берег остаются суда на воздушных подушках, которые курсируют с 202-го микрорайона. Отметим, что к маломерным судам по законодательству Российской Федерации относятся судна, длина которых не превышает 20 метров, а их общая пассажирская вместимость составляет до 12 человек. На сегодняшний день по полномочиям открытие осуществляется по нашим приказам. В настоящее время проходит согласование этого приказа у нас в ГИМЦе, администрация Ленского бассейна опытейцев. В ближайшие дни мы подпишем приказ об открытии, как только будет судоходная обстановка и соответствующие условия.